обвалян золотистой бумаги, чтобы оно сверкало, как золото. Лепка из соленого теста, папье-маше, аппликация из круп. Одаренные дошколята не только показывают, но и рассказывают о том, как делают необычные поделки. В 19-м детском саду Шымкента дополнительные кружки вели с начала учебного года. Первые результаты уже есть, уверяет воспитатель Патима Уразбекова. Благодаря таким занятиям молодые дарования не только развивают моторику и усидчивость, но и с интересом осваивают сложные технологии прикладного искусства. Они здесь уже вырабатывают терпение, потому что на занятии у нас в детском саду проводится 30 минут, а вы сами знаете, что в школе 45 минут нужна выдержка, сидеть. Дети уже готовы к школе, они будут проявлять свои творческие способности уже на занятиях в школе. Оценить навыки детей в детский сад номер 19 пришли воспитатели и методисты из других дошкольных учреждений города. Дети не только приятно удивили взрослых, но и заставили задуматься о пользе таких кружков. Мы взяли для себя, чтобы немножко поэкспериментировать, и я считаю, что на сегодняшний день у нас это получается. Дети с удовольствием бегут, детям нравится это все, потому что здесь не просто дети сидят и работают, здесь все у нас идет, проводится, и поют дети у нас, и читают стихи, и танцуют. То есть им очень интересно проводить свое время именно в кружковой работе. Дошкольные кружки отличаются от обычных занятий творчеством в садах и индивидуальным подходом. Деток воспитатели делят на несколько групп, и с каждой отдельно занимаются определенным видом творчества. Пока одни рисуют, другие делают зарядку или работают с пластилином. Так, говорят воспитатели, у них больше времени на каждого ребенка. Ксения Поленица, Антон Семенов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».